Летний кинотеатр в этом году откроет свои двери в шестой раз. Начиная с 5 июля и до середины августа, а если ночи будут теплыми, то и до конца лета, саровчан от мала до велика приглашают в кино под открытым небом. Каждую пятницу на танцевальной площадке будут ждать удобные кресла, мешки, пуфики и пледы. В рамках детской программы мы показываем фильмы, ориентированные в первую очередь на детей. Либо это художественные фильмы семейного просмотра, либо это анимация. Анимация в этом году в основном полнометражная, то есть продолжительностью более часа. В этом сезоне юные саровчане узнают о новых похождениях букашек, дружбе огромной собаки Белли, мальчика-сироты Себастьяна и большом кошачьем побеге. Взрослым предлагают погрузиться в мир фэнтези и приключений. «Пришельцы в доме», «Снежные гонки» и еще несколько новинок кино зрители смогут посмотреть на большом экране. Все фильмы на сегодняшний день, вот включительно до середины августа, это 2018-2019 год. Мы взяли анимационные картины, допустим, для детской программы еще и французские, великобританские, есть индийская и китайская картина. Для взрослой программы это только отечественный кинематограф, это Россия. Начало сеансов 20:30 без возрастных ограничений. Сразу после окончания детского кино в 21:40 будут демонстрироваться художественные фильмы для тех, кто старше 16 лет. В рамках открытия проекта «Кино и мульт под открытым небом» в этот раз мы приготовили небольшие сюрпризы и розыгрыш для наших гостей, которые придут в 20:30. Уже в эту пятницу, если не будет дождя, горожане смогут увидеть на большом экране два фильма. Полнометражный мультик для детей «Бегство викингов» или «Пять дней из жизни Джонни Воробьева» и семейное кино «Домовой». Более подробную информацию можно получить по телефонам 5-32-10-5-52-02. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.